Быть лидером непросто, особенно подростку. Первую школу подготовки лидеров открыли на курорте. Лидерский курс поможет ребенку достичь высоких результатов в учебе и школьной жизни. Сегодня наши коллеги, наши специалисты проводят мастер-класс, связанный с игрой на командообразование. Мы презентуем наш материал. И далее будем практиковать в дальнейшем обучение не только в течение месяца на муниципальном уровне, но у нас также в школе ведется и своя школа лидера, которую мы потом после таких вот больших мероприятий практикуем уже в детских самоуправлениях, в классах непосредственно. Школьникам это интересно, ведь у каждого в эти годы просыпается желание быть нужным обществу и вести за собой товарищей. Это пригодится всегда, даже во всяких, можно так сказать, пикантных ситуациях. Разрешить спор, к примеру. Для лидера главное качество – это выслушивать, что предлагают другие члены команды, и выносить справедливое решение. Программа школы лидера предполагает разнообразные формы проведения занятий. Лекции, дискуссии, тестирование. Преподавать навыки успеха ребятам будут специалисты отдела по делам молодежи, психологи. По итогам окончания школы лидеров все учащиеся получат сертификаты.